И что же, всем привет, с вами Злой Монах, и Дельтарун возвращается. Спустя такой долгий период, где-то в 5-6 роликов, я решил открыть для себя кое-что новенькое. Под названием «Магазинчик Спэмптона». Конечно же, трэш-зон, он там и живет. Я понял, что там и нужно было его искать. Не в этой куче мусора, а дальше. Мы тут не были еще. И вот, это дырка, а вот его магазин. Чё, ты хочешь попробовать сам? Ладно, делай то, что ты хочешь. Здорово! Эй, всем привет! Это я, Спэмптон, Джей Спэмптон. Купить. 180... Кейген. Нужно кейген купить. Нужно прям... Да, ребят, я поймал идеальный тайминг. Я куплю этот ключ за 59 кром... 53 кромера. Вкусные кромеры. Убивает всех друзей. А, нет, это скам. Бигшот Баутай. Так, это защита. Runaway. Быстрее покупай. А, ну тут все остальное. Толкинг. Давайте пока. Наша. Нет. Все, escape. А, вот. Лабиринт. Подвал. Найди его. Ок, понял тебя. Че? Это что за криповые вещи купил? Ладно, я вообще не хочу знать. Она сказала, она надеется на то, что если это была конфета, думаешь поделиться с ней? Заткнись, Крис. Давай, делись, скотина, я тебя морду набью. Ну, мы с тобой кореша, Сьюзи. Мы с тобой в прошлую часть подружили. Ты чё такая? Возвращаемся. А я тут не смотрел. И нашли мусор. А, жадный. О, баклажан, баклажан. Трэши. Вроде он зеленым был, а сейчас не зеленый. Ну, ладно, это дверь. Конечно же, в мэншн. Дверь открыта. Отлично, ребят. Сохраняемся, чтобы не за... чтобы наш ключик, конечно же, не потерять. Наш ключик. Это очень хорошо. Дыри-дыри-дыри-дыри. Нам нужно найти подвал. Подвал, значит, он в подвале. Подвал в подвале. Логично, в принципе. Я считаю, что логично. Лабиринт кор... Ай. Опа, какая-то штука. О, сундук. Возрождающая мята. Это очень круто. За это время мой уровень английского немного подтянул. Еще что-то. Ничего. Ждем. Молодцы. Мой уровень английского, кажется, подтянулся за все это время. Вот это за что? Зачем вы живете в моем замке? Раз. Ладно, это не нужно разрушить. Это такой лабиринт, или на нас накинутся эти птички. Все, финиш. Так, я так понимаю, это челлендж. Конфигурация авторан отключить. Тихо. Блин, ну зачем, пацаны? Акт. Сватчинг. Кол Вормфрай. Маде Халфвом. Давайте на сватчинг. Маде Халфколд. На сватчинг. Так, этот синий, этот, не кра... этот красный, этот красный. Ничего не изменилось. Курлык. Опа, скилл подтянул. Я так долго отдыхал от Дельтаруна. Прям очень. Наконец-то возвращаюсь. Колдфай, наверное, нужно использовать. Халфворм. Давайте на сватчинг. И Халфколд на этого. Этот не изменился. О, желтый стал. Курлык. Ай, задел. Ай-ай-ай. Зато ТП-шку повышаю. Ничего страшного, ТП-шка тоже не проведет. Так, сватчинг. Давайте, конечно, Колдифи. Ты давай защищайся, Сьюзи, ты нам вообще не помогаешь. Хелпэйр. Сватчинг второй. О, отлично, уже два стали желтыми. Ну, оранжевый, можно так сказать. Давайте, короче, я нажму на паузу и потом продолжим. Мы их с вами пощадили. Все, спасибо вам, мастера. Какие они добрые. Какие они добрые. Как сложно, как сложно. Ай-яй, конфетки. Щадим. Второго щадим. Блин, не того пощадил. А, все, того. В принципе, нормально. Продолжим. А, все, можно уже включать, в принципе.
Авторан можно уже включать. Я, значит, зря его отключил. Я-то думал, типа, это... Та-да-да-да-да! О, кажется, вон туда вот надо. Туда нам надо. Не ты. Только вот не ты. Код. TSQ. 4. Тут все... Раз, два, три, четыре. Все TSQ. TSQ менеджер ведется. С ним сразиться. Уи-уи-у. Здорово. Ну ладно. Yes. Ладно. Блин, я забыл, что она там сказала. Ладно, давайте райд. Ай. Ладно, кошки. Хилимся сразу. Крис. Ты давай баджиус на Ралзи, а ты давай эрекшн на тески менеджер. Потому что он типа их главарь. Все дела. Мяу-мяу-мяу-мяу. Да, ой, страшно-то как, а? Ай-яй-яй. Ладно, TSQ менеджер. Order X. 25. О, я песик. Круто. Деликат. Ой, Си! Си-си-си! Это та самая игра. Я помню ее по прохождениям. Тут просто все. Давайте еще раз. Рор. Нет, конечно же, давайте будем использовать TSQ менеджер Order X. Снова Крис становится пёселем. И это повыше. А. О, тут еще и опаснее. Атаки, в принципе, ну, запоминаемые более-менее. Ай! Си. Она не успела сказать Си. Не, давайте не так. Давайте этот... Короче, давай, TSQ менеджер, ордер, а ты давай хилься. Баджус на себя. Ральзей пусть использует эрекшн. 6% и 10. Отлично. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ди. Вау, это опаснее намного. А, я не успел! Я не успеваю, помогите, помогите, бля! Помогите! Баджус на Ральзи. Баджус на Криса. Потом закуплюсь. Не, я не закуплюсь вообще, походу. Страшно-то как! Блин! Так, ладно, не страшно. Мы все здоровы. Ордер X 25%. Сейчас уже их победим. Би! Молодец. Эй, она намного быстрее стала. Си, я начал нервничать. Успел. Си, не успела договорить, бедная. Все, сидим. Отлично, плюс 100% сейчас на... Ди, эй, успел. 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 Си, все, сидим. Пошла нафиг. Пошла нафиг. Пошла нафиг. Так и знала, она главарь этой банды, и поэтому... Так... Серьезно, тоже машины? А что тут? Чашки. Ну, давайте посмотрим, что там. А, от них уворачиваться надо или как? А, от них уворачиваться надо. Я-то думаю, как? От них уворачиваться? Так, ну тут крестик. Тут сундук, я так понимаю, какой-то. О, до нас приготовили обед. Мышка. О, Нуберт, привет, я тебя люблю. А это что за комната? Сейчас невозможно зайти в нее будет, да? А что тут? Так, а, это квиз. Ну, допустим, вот. О, с первой попытки, да ладно. Круто. Дверь взорвалась, и что же? А, это, так понимаю, дополнительный уровень. Там какая-то фигня. Открываем, и открывается проход. Дверь. Еще один ребус. Я не знаю, где найти тот самый подвал. Подвал, в котором скрывается спамтон Нео. Открываем еще раз и проходим вот сюда. Что, сделайте, пацаны? О, двоичный. Нет! Мега-мышь? Мега-хомячки какие-то, блин. Тут хомячки, это не мыши. Это... Давайте посмотрим, что они умеют. Catch X. А, ничего себе! Поймал ин. 20% неплохо. Я ничего. О, компьютерная мышца, она довольно простая. Простая атака. Man's will catch X. Снова давайте. Мы должны поймать всех. Плюс 18%. Ну, почти всех поймаю.
А, так это простая, так, серьезно. Что это такое? Что это такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не надо. Хилимся, мы сейчас все сдохнем. S-action. Ты давай защищайся. В смысле? Они сожрали мою хилку? Вот скотины, а? Это так уже попроще. Нам нужно будет обязательно сходить закупиться. Скотина, ненавижу я вас. Вы должны быть секретный босс. Никого не поймал. Лошара я. Вы промахнулись. Но это намного проще, чем атака тех обычных мышей. Ну, компьютерная мышка, она немного отстает от нас. Маус. Нажимаете С, чтобы одна мышь всего, 1%. Я тут, короче, смотрю, у них какая-то тут суматоха. То кот бегает, то этот уборщик. Вообще не поймешь, что они тут делают. А, они тут подметают друг за другом. Скотина, ненавижу тебя. Даже soft voice. Soft voice, так мягенько. 100% уже отлично. Спасибо, Ральзе, что освободила нас от... О, они мимо нас, кажется. Они вообще мазилы какие-то. О, а наш предмет сохранил. Ну, Tension Beat только сохранился. Tension Beat, кстати, у меня вроде не было. Ладно. Так уж и быть. Сьюзи, красава. Красава. Я туда пойду. До свидания. Давай, Сьюзи, ломай. Давай, сюда. Нам нужно вот это вот. Давай. Эй. Хватит ломать графина в виде королевы. Пошли туда. Туда вот. Куда? Я туда хочу, я не могу это. Ну, блин, у нее какие-то стальные ноги, она ломает вазы. А Ральзия, типа, вообще в стороне идет, типа, господи, что она делает? Ладно, буду идти в стороне, буду думать, что я не с ними. Да, блин, опять она ушла, ладно. Крис, быстрее, пока эта кринжовая баба сюда не пришла. Мы тут уже были, блин. Ну, ты как хочешь, Сьюзи, а я пойду отсюда. А, я их могу сам ломать, серьезно? Тогда я тоже буду. Все, Ральзи, теперь ты официально кринжовый чел. А, либо это какая-то штука, если типа пацифист. О, за мной бегает уборщик. Он ночью похож на Бориса. А, я хожу по кругу. Значит, нам туда. Так, что у нас за комната? Это у нас там мышь. Это у нас те мыши были. Окей. Переходим дорогу. Ай, меня сбила машина. Наверное, вверх надо бежать. А, нельзя. Ах, вы скотина, они там барьер поставили себе. О, важное, конечно. Они барьер себе там поставили. Ладно. А если я сделаю вот так? 2, 1. А, нужно на все светофоры успеть. Прикиньте. На этот вот. Почти нажал. Ладно, давайте разберемся с головоломкой. Короче, я понял, что я зря это пытался сделать. Пытался зря от машины уйти. Я думал, такой больше геморроя не будет. Я думал, только в городе. А оказалось, еще в лабиринте королевы. Какой-то чуток фокус тут сменился. Так, для нас приготовили блюдо. Мышь обедает с Нубертом. Красавы. В какой же штуке ключ? Даже не знаю. Наверное, в этой... О, так это трак просто. Чтобы показать игроку, что он тупой. И что все в этом мире рандом. Так. Так, понимаю, в эту комнату нам... Так. Сходим, во-первых, вон туда. Так, сейчас сдохну. Нужно предпринимать меры. А у меня ничего нет. Что делать? Я возвращаться не хочу. Есть только хелпер Ральзей, мне не поможет. Хелпер Ральзей. Ральзей, пожалуйста, помоги. Ох, меня не достает. Почти достало. Ой-ой-ой. Ральзи, ты должен всех похилить тут. Мы все тут сейчас сдохнем. Ладно, сейчас оставим запись. А, вы мышей боитесь, я тоже боюсь. Страшные... А, это там проход был. Я? Мыши Нео! Картина маслом. Что же мы предпринем, ребята?
А ничего мы не предпримем. Я так понимаю, ребята, это реально такая игра, потому что я сейчас нажал, у меня началось ХП. Вот, теперь не началось. Вот, кстати, там какой-то first floor. Давайте тут 5 уже, тут уже 5. И тут больше риск. Тут уже больше риска. Давайте тут. И с первой попытки, как обычно. Тут мы уже не были, так что давайте исследуем, что это такое. Опа, first floor. О, магазин! Мне это нужно! Баджус, конечно же. Покупаем баджус. Все. Ты не можешь это купить, потому что ты бомж. Иди отсюда, пока я тебя не съел. Пожалуйста, приди ты еще раз. А я сохранюсь, пойду, потому что у меня ХП нету. Я сначала думал, что это автомат. А там что? О, так это сам, тот самый лабиринт, только другой ход. А, да, реально. Я подумал, там типа... Ребус какие-то. А, это вы? А, так это не обязательно, что ли, можно было мышей там искать? Давайте я картинку сейчас найду. Где там? А, вон она там. Так. Сюда. Молодцы, все. Нашли, и можно идти. Рум закрыт. Рум закрыт, да. Мой английский это. Мой английский. Рум закрыт. 100% я буду сейчас биться мышами за какую-нибудь дичь просто. Потому что вот открою эту дверь, они станут этим кружком мышей. А вот это что-то новенькое. Мы заберем их отсюда. О, спасибо тебе, хотя бы тыск менеджер. 218 этих. Все, не боитесь, пацаны. Эй! Это что, не обязательно было, что ли? О, это спокойно уже. Этот уже, кстати, спокойный вроде бы. Не такой бесячий, как вот эти вот. Спасибо за помощь. Идите на East. East, я забыл, что такое East. Восток, Запад. Просто знаю South. South и... Это... Все. О! А вот и наш сюрприз, я так полагаю. Где он? Он же получается по огромному... Блин. Какая-то локация тут большая. Походу, говорят, идите на это, восток, там запад, я не знаю, что там будет. И ищите. Интересно, то я найду какую-нибудь пасхалку, я не знаю, там, допустим. Просто, ну, а может, Enter нажимать на эти коробки? Нет, придется войти. Это закрыто. Интересно, зачем-то. Добро пожаловать! О, а вот наш сюрприз. Нам, получается, нужно найти приз. Тут. Ошибка. Ключ не найден. А. Снова не то. Ошибка. Ключ не найден. Эй, Крис, а зачем? А, нам сказали East. Секундочку. Ой, он сказал нам идти на восток. Это туда. И будем, короче, вот здесь вот искать ключи. Ошибка. Ключ не найден. Заново. Он сказал, это наш сюрприз. Мы должны будем... О, вот он. Эй, тут что-то под этим. Это мышь? Тоби Фокс. Не уби... Эй, погоди А, мы должны управлять. Вау, какая крутая штука. Тоби Фокс нас везет. Отлично. А вот и ключ. Нам просто нужно... Да, он нас не обманул. Он сказал, что сюрприз на востоке. А мы на восток поехали на Тоби Фоксе. Блин, упали. Ха-ха, это что? Было прекрасно. Может, потому что эта штука? Пошли, Крис. Ну что ж, мы... Иди сюда, королева. Это же королева так. Вы сломали нашу королеву. Вам будет пиздец. Моя королева на колесиках. Да где? Он стал желтым. Этот ничего не изменилось. Отлично, мы их пощадили. Это был ребус на цвета. Все. Спасибо вам, спасибо.
Блин, хоть бы не сдохнуть. Все, пора. Мерси. Вы что, вы сдохли раньше времени, скотины? Мне от этих, мне от этих вот придется. Ага, вот и ты, Тоби. Мы тебя нашли. У тебя... Не убегай, ты маленький. Эй. Так, ищем ключ. Ищем ключ. А давай сразу в дверь. А давай в дверь. Тоби, давай в дверь. Давай в дверь. Нет, нет, нет. Давай в дверь прям. В дверь хочу, в дверь хочу. Блин. Давай. Не получается, он отпрыгивает от нее. Но когда мы нах... Вот и ключ. Вот и ключ. Мы должны... Он ломает это. Уи. 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 Сбиваем их. И врезались в стенку. Отлично, молодцы. Ладно, там мы уже посмотрели, что. А тут что? А тут большой стол, видимо, для нашего... Кого там? Для нашего папаши. А если они будут катать? А, это специальная штука, чтобы не задеть эту штуку. Угу. О, а вот и его разгадан. Так, какие-то еще подносы. Как... А, это выход. Ой. Мне кажется, это будет штука нас атаковать. Мы должны на какую-то из штук попасть. Ой, нам усложнили задачу. Мы должны какую-то из этих штук. Мы должны их сломать, может? Пора бежать. А-а-а, опять эта штука, иди сюда. Опять эта штука, иди сюда. Вроде бы они ушли. А давайте-ка на контрол похилимся. Баджус на Криса. Баджус. На Ральзи. Баджус. На Сьюзи. На Сьюзю. Ой, капслук отключу. Быстро. Не ты, не ты, не ты, не ты. Кто же из вас? А может это просто обманка? А, они, кажется, один раз атакуют и улетают. Вот, я не зря это делал, отлично. Сундук. А ты сундук? Глоушард. Это, походу, какая-то штука полезная. Убегаем туда, вот туда. Молодцы. Это летающая картина? Не страшно. Какая огромная троллерва. А-а-а, не бей меня, большая черепаха. Это, так понимаю, третий этаж. Сейчас будет еще сложнее. Может не двигаться просто? А, эти шарики уже наносят урон. Ай-яй-яй, я лучше не буду. Шоколад. Ну круто. Шоколадные чашки. Жалко, что спрайтов нет у них грязных. Так. А, ну все-таки это уже... А, я такой... Я так под... Они смотрят фильм о чем-то. Они смотрят фильм о... Походу, о фонтане. Это темный фонтан, походу. Ну, и кто-то... О, тени, кстати. Очень круто, что тут тень. Бордлахли. Крис. Сьюзан. Рад, что вы пришли. Теперь. Пошли. Давайте нам... Эта секретная дверь поможет нам. Ладно, пошли, Крис. О, Крис, Крис, это... Крис, ты можешь... Ла. Вы что там делать собирались? Эй! Of course. Вы что? О, сохраняшка, наконец-то. А Сьюзи нет. Ты пошла там чем-то заниматься с Бёрли. Хотя Бёрли не такой самый лучший, в принципе, для этого. О, дверь. Так ему и надо. Так. А, гигантское озеро Асида. О, это типа бесплатный проезд. На проезд передаем бесплатный, причем. Как мы должны? Ну, конечно же, вот так. Я вам сейчас при этом автоматически лодка в виде банного лебедя. Сейчас в дом выдвинемся, давай. Дом, дом, дом. А, нам уже так специально. А, нам специально не нужно в дома врезаться. Или нам нужно врезаться? Я не пойму. Это что за маленькие домики? Просто тропические штуки. Пофиг. Спасибо.
Крис, возьми банан! Крис, возьми банан! Крис, он не хочет это. Я возьму банан. Я бананосексуал. Это нормально, Крис, это нормально. Потасиум. Finally, потасиум. Или нам нужно? Кажется, мы превращаемся, идем в туннель. Но я взял банан. Я люблю банан. Рука. Очень похож на Undertale, где там этот лодочник. Теперь у нас лодочник. Минус не бала гуся. А? И что-то блокирует путь. Можешь что-то как найти? Ладно, я пойду найду. Отсыдная река. А если я туда пойду? То меня не туда. А это лабиринт очередной. Опа. Я боюсь, что я пропущу лабиринт. Я очень боюсь, что я пропущу лабиринт. Прям вот очень боюсь. Прям до усрачки. Опа. Нет, давайте решим ребус. Там сундук, наверное, должен быть. А, пройти нельзя. Смотрите, какой... Смотрите, какой ребус. Очень сложный ребус. О, там наш дорогой летит. Так, давайте тогда пойдем туда. Есть какие-то странные блоки. О, там плавает золотая королева, которая была прикреплена к памятнику. Нина. О, мы его спасли, кажись. Мы же тебя спасли? Спасибо, что помогли. Да, мы его спасли. Мы молодцы. Мы красавчики. Мы вообще молодцы. Мы спасли Бориса очередного. Ну ладно. Битва так битва. Ладно. Я позволю вам один раз уйти. Ненавижу свою работу. Каждый день унижение со стороны окружающих. То, что я убираю вазы. Ладно, ты не тряпка, Борис. Ты будешь убираться до конца своих дней. Ха-ха-ха. Я скотина. Я мразь. А может, там где-то нажать нужно? Я такое... А, тут нельзя. Чё мне делать? Чё мне... Нет. Я должен изображать своей головой, а не головой интернета, который мне подскажет, как тут решить головоломку. А, вот так вот даже. Я тут еще не был. О, здорово. Фуфлик, привет. Давно тебя не видел. О, мои любимые вырвайрчики. Рекшн на вервайр. Не страшно, не страшно. Сколько можно говорить, что не страшно, не твои атаки? Фуфлики. Джингл-джингл. Или джигл-джигл. Все, этого пощадили. Мяу-мяу. Почти без промахов. Так, тебя давай джигл-джигл, а тебя давай щади. Тебя щади, а тебя джигл-джигл. Джингл-джингл. Так, это пошла простая атака, на которой вряд ли кто умрет. Вообще, тут никто не умирает тут. Надо защищаться по приколу. Сундук. Это, кажется, какой-то... Открыли сундук. О! Возрождающая пыль, легендарная пыль. Выпал, отлично, молодцы. Вот. Вот так даже. Так. Это вот подлежит вот этому. Ну, закрывает вот это. Это подлежит вот этому, но закрывает вот это. Это подлежит вот этому, но закрывает вот это. А вот это подлежит этому, но закрывает вот это. Сложно? Так. Понял. Все, сейчас решу. Это закрывает это, но открывает... А это... Как? А, вот так. Ага. Вот это вот открывает это, но закрывает это. Это вот открывает это, но закрывает это. Ай, вот так. Все, нормально, прошли. Мозги-то у меня все-таки есть. Мыши. Вай, какой базл. Мыши нашли. $1. Опа,
Ясно. Может, мы как-то мышей можем. Мы направление домиком должны сменять. Ладно. Так, давайте вот так. Пробуем. Оп, отлично. Мы нашли $20. Но ничего не сработало. Давайте теперь вот так. Чё бы нет. Пип. О, первый домик закрыт. Молодцы. Мои хорошие, слушаются хозяина. Знаешь, что я вас... Отлично. Пазл завершен. Кажется, мост... А если я никуда не пойду? А я не хочу. А я не такой, как все. А я не хочу. Мост подчинен действительно. Я думаю, сейчас будет какой-нибудь отличный петербургский мост, но это какая-то фигня просто красочная. Вторая рука. Сейчас будет файтинг. Так и думал. Файтинг. Кажется, руки сейчас разошлись. Мы должны идти вниз и сейчас решить еще одну головоломку, верно? Нет. Лебедь починил свою мордаху и может снова ехать. Молодцы. Тык-тык-тык-тык. Как на поезде реально в России. Прям как на Саратовском поезде ехать. Крис. Эй, Крис. Это очень странно, чтобы говорить. Это отлично проводить время с тобой. Ой, я не гей. А или гей. Я не гей, или я гей. Ну ладно, в принципе, я нормально, он мой дружбан. Не? Так, стоп, я не понимаю. Он девушка или мужик? В прошлый раз говорили, что он мужик. Выглядит как женщина. Я не пойму, чел, ты объясни, объясни прям подробно, по слогам, скажи это. Я пойму. Спасибо. Я счастлив или счастлива? Да блин! Я счастлив. Счастлив, ладно, по канону будем говорить. Я счастлив, чтобы услышать от тебя, Крис. Но когда мы впервые познакомились, я была нервозной о том нашем... Все, мне удобнее развивать ролзей, девушка. Все, вы меня больше не переубедите. Все, я буду так называть. Как вы хотите быть друзьями? И это после того, то, что я получил... Да... Так, только помню, что запись выключена, я весь диалог пропустил. Но, в принципе, мне ничего такого не сказали. Опа, а это битва с Русалкардом. Ихихаха, эти черви. Как вы хотите увидеть меня? Рухахах. Чипс Ахой, Лэндборг. Это отсылка на тот мем, что ли? Чипс Ахой? Арт. Вы реально... Хотите посетить Дави в Джонс? Может, мы просто не говорить вами? Ладно, ладно. О, мистер Руслс, это я тоже вспомнил. Лазер, он не... Ох, боже мой. Значит, все нормально? Покажись. Давайте битву. Это снова хахля. Take House 2. Вау, какая интересная Claim with Z.